Западные военные эксперты продолжают анализировать итоги Второй Карабахской войны и применение азербайджанскими вооруженными силами беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает издание Defense News, бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес назвал видео уничтожения азербайджанскими дронами армянских танков беспилотным порно. Военные силы на Западе извлекают уроки из конфликта прошлого года в Карабахе, получившего название «Первой настоящей войны беспилотников», отмечается в публикации Defense News. Из распространенных видеоматериалов стало понятно, что азербайджанские беспилотники, закупленные в Турции и Израиле, в ходе войны серьезно уничтожают армянские наземные подразделения, в том числе бронетехнику. Эта тактика активно использовалась и, по мнению аналитиков, во многом способствовала окончательной победе Азербайджана, говорится в статье.